По моему мнению, лучшая тактика, ребята, это рубрика. Да, понимаете, о чем я говорю? Лучшая тактика — это рубрика. А конкретно рубрика сравнения сайтов. На CSGO Fail я закинул 400 рублей, и на сайт MyCSGO закину ровно точно такую же сумму. И я даю вторую попытку этому сайту проявить, так сказать, себя. Все мы прекрасно помним, да, что здесь какие здесь есть у нас виды поднятия денег. Сейчас будем непосредственно к этому приступать. Ребята, досмотрите этот ролик до конца, потому что в конце вас ждет великолепнейший конкурс специально для вас. Обязательно подпишитесь на канал, ставьте лайкосик на этот видосик и в комментариях напишите свой комментарий. Я думаю, все понятно. Так, в прошлый раз мы с вами, ребята, залетали... Так, не на краш. Это что-то такое опять мне там дали. Мы залетали с вами дабл и колесо. Я предлагаю опять так же сделать. Мы сейчас заходим в магазин скинов. По 30 рублей мы сейчас разменяем. В прошлый раз мы меняли по 50 рублей и быстро слились. Давай сейчас попробуем по 30 разменять. Подтвердить. Обмен скинов по 32 рубля. Давай еще вот так. Раз, раз. И у нас рубль остается на балансе. Шикарно. 31 рубль. О, грин был. Только что был грин. Ё-моё, сейчас черное. 31 рубль ставим на красное. Сходу возвращаемся назад, идем в колесик. Сюда мы ставим на x3. Правильно? Да, правильно, x3. Давай смотрим, дабл. Ага, нет, колесо намного быстрее будет. X3 сюда, x2 туда. Я считаю, что вот так вот надо поднимать. Типа здесь поставил, там поставил. И это у нас x5. Блин, вот жестко, ребята, делаю, потому что я знаю, что может окупить. Так, выдает он нам синьку. Синьку выдает, фиолетовая, зеленая синька. Ну вот я все верю в x2. 20, давай x20, это всего лишь 600 рублей, по-моему, будет, да? Нет, 900 рублей, x20 я сказал. Все, x20 зарядили, здесь выдает нам черный, да ладно, но она у нас зашла. Ну, давай на красную, и 60 давай на x, ах, не дай бог сейчас будет x14, ребята, не, это как понимать, красная. Поехали. Возвращаемся в колесе. Выдал он нам синьку. 19 рублей ставлю на x5, 60 рублей ставлю на x20. Выдай x20, алло, пожалуйста. x20 выдай мне, будь добр. x20, один раз хотя бы дай мне возможность поймать. Дает зелененькую x3. Дефьюз. Блин, нет, минер, вот это все на самом деле мне не очень нравится. Давай также продолжать в даблах. 121 рубль у нас есть. Что он выдал нам? А, я понял, что он нам выдал. Красненькую, да? Давай 61 рубль заряжаем на... Не дай бог. Нет, слава богу. Красная, да, залетает? Красная, я хотел... Ну, я планировал на самом деле поставить на красненькую. Но я предлагаю, знаете, как сделать? Вот у нас есть с вами сейчас 258 рублей. Он дал вторую красную. Я предлагаю поставить на черную, потому что крутиться на одном балансе, почему-то он 182 рубля поставил. Давай еще поставим. Крутиться на одном балансе это тупо. Надо как-то камбэкать. Надеюсь, сейчас будет черная, а не красная, потому что баланс у меня больше не остался. Хорошо, хорошо. Плюс 363 рубля. Ну, будем также, ребята, жестковать. Будем жестковать. Фиолку дал на x5. 363 рубля. Я бы сейчас поставил на x3, наверное. Если бы я успел сюда залететь, я бы поставил бы на x3, и он дал нам как раз x3. Блин, печально, печально. Давай посмотрим. Зеленая, фиолетовая, зеленая. Что, на фиолетовую? Нет, ладно. Погнали в дабл обратно. Дает он нам черную, то есть он дал нам две красные, две черные. Сейчас верю в x. Давай, давай просто в x2 еще. Это что такое? 127 рублей. 127 рублей у меня еще есть откуда-то. Что за 127 рублей, я не понимаю, конечно. Но давай, x2, зайди, сыграй, пожалуйста, x2. Вообще буду тебе... Почти! Ну почти же! Алло! Почти ты дал мне x2. Окей, окей, что я предлагаю? Я ставлю вот эту на x5. Просто 127 рублей ставлю на x5. Вот это что мы можем сделать с ним? Раз, два, три. Нет, давай-ка обменять предметы. Я на что-нибудь могу поменять? Нет, ни на что не могу поменять. Окей, давай x5. Братишка, габенчик, насыпь мне x5, чтобы было прям... Вот, ну хорошо же прям пролетало. Пролетало очень хорошо, это, конечно, очень печально. Скины успешно проданы. Слушай, давай мы вот это выбрать все, продать. Эта коллекция должна содержать минимум 10 элементов. Это у нас здесь сколько? 3, 9, вот так вот, продаем, выбрать все, продать. У нас есть 15 рублей, ставим 15 рублей сюда и просто 15 рублей на x2. Ну ладно, я не успел. Следующую ставку просто на x20 поставлю. Если он даст, то он даст. Но давай мы, знаешь, как сделаем. Вот это поставим сюда. На x14 просто. А, он только был! Бля, слушайте, x14 сыпет на самом деле очень хорошо. В следующий раз, когда буду сравнивать этот сайт, обязательно буду сидеть именно в этом режиме, чтобы падала x14 и буду ее ловить. Короче, на балансе у нас не осталось. Погнали на MyCSGO. Но перед тем, как я перейду, ребята, обязательно переходите на мой YouTube-канал после просмотра этого ролика, потому что для вас там собран самый такой сочный информативный, интересный контент, где я окупаюсь, слоу баланса, вывожу большие дорогие скины. Переходите обязательно на YouTube канал, а я пока перехожу на сайт MyCSGO. Я на сайте MyCSGO, у меня 400 рублей на балансе, также я на CS Fail потратил ровно 400 рублей, но на сайте MyCSGO я немного считерил, ребят. Я сюда ввел STR777 и получил промокод в виде 40%, халява. То есть поверх моего депозита плюс 40% я получил к себе на баланс. Например, вводите сюда 350 рублей, 490 получаете к себе на баланс. 320 рублей или 280
80 рублей я ввожу, 392 получается. То есть от той суммы, которую депозитите, получаете плюс 40%. Для вашего комфорта оставлю над своей головой этот промокод, чтобы он был виден для вас и могли его заскринить в описании под этим видео вместе с ссылочками на сайт MyCSGO и CSFail. 400 рублей сходу, прям вообще не думая, 4 раза я открываю кейсик бинго. Потому что я хочу сразу окупиться в 120 рублей. 142 рубля остается, я сходу слил 380 рублей, правильно? 400, 500, нет, 280 рублей. 10 раз открываю кейсик, хайк 10. 10 раз, хайк 10. Нормально, в принципе, успешно звучит. 10 раз, хайк 10. Может быть, ты меня окупишь, хайк 10, что-нибудь такое окупное одно дашь. Это 89 рублей, ну, в принципе, 0. Открываю еще раз пастиком, это слив. Ну, окей, давай 5 раз. Просто доталово. Спасибо большое за охотника, 143 рубля. 10 раз его опять открываем. Я чувствую, что вытащу сейчас с этого лоу баланса, смогу вытащить и окупиться хотя бы в x2, ну хотя бы 1500 вывести. 152 рубля, 72 рубля остается на балансе. Вот сейчас что-нибудь одно дорогое мне насыпь, пожалуйста, рублей на 300. Ты же можешь дать кровавую паутину, можешь дать каркас, например, охотник и цзшка 281. Ну, как я и сказал, на 300 рублей у меня купил, ребята, на 300 рублей я купил, это хорошо. Окей, сколько у нас сегодня стоит майнинг кейс? А они уже подорожали, то есть они дня 3-4 у меня держались стоимостью 9 рублей 75 копеек, а теперь они подорожали. Окей, ничего страшного, 10 раз все равно его открываем, но ничего нам, к сожалению, большому не залетает. Мы продаем и еще раз его фастиком открываем. Давай по 250. Отлично! Вот что значит, ребята, быть уверенным в себе и просто идти до конца и не ссать. Если бы у вас было на балансе 70 рублей, вы бы, наверное, по одной штучке открывали бы и боялись бы слиться, но не тут-то было. Надо просто херачить. Марч 8, ну, 8 марта, как я понял, да? Здесь у нас что собрано? В принципе, норм. Поехали. 844 рубля. Открываю кейсик. Напоминаю, 400 рублей было на балансе. Надеюсь, сейчас, ну, вот хотя бы предатель, чтобы 0 был. Зачем ты сразу сливаешь? Зубную фею мне суешь за 300 рублей. 900 рублей у меня остается на балансе. Давай, знаете что? Немного опять буду читерить. Кейс бомж. Поехали. Фастом прям открываем. Раз. Залетает нам P92 штуки. Это хорошо. Плюс 50 рублей. Открываем его еще раз. Ничего не залетает. Открываем его еще раз. Пока у нас не окупит нормально. Потому что мы опять уже начали сливаться. Арктическая сетка, это хорошо, это плюс 300 рублей. Шикарно, шикарно. Серебро. Серебро стоит 500 рублей. Отлично. 1200. 1100 на балансе, мы уже камбэкаемся, ребята. Это вообще великолепно. 281 рубль. Это хорошо. Поехали дальше. Серебро. P2000. Вот бомж. Чё-чё, бомж реально меня всегда удивляет. Всегда окупает. Всегда вытаскивает из маленького депозита и дает возможность окупиться. Вот чё он сыпет мне P2000? Серебро. Я по 300 рублей открываю, он у меня практически каждый кейс окупает. На балансе, напоминаю, 2500 рублей уже. Я уже, по сути, сделал x5 от своего депозита, x6 даже от своего депозита, но факт в том, что у меня эти 2000 рублей лежат не в скинах, а на балансе. И мне нужно превратить в какой-нибудь один скин. А, ну все, смотри, начал жрать. Дай один окуп, и я уйду. Буквально один окуп дай мне, и я уйду. Будь добр, пожалуйста. Один раз окупи. И хамелеон, шикарно. Все, 400-500 рублей есть, уходим. 2200, ребята, на балансе. Открываю разочек кейс Ace Age, который вы прекрасно понимаете, что может окупить. Залетает нам, к сожалению, турбо-двойники стоимостью 262 рубля. А давай еще раз. Верю, что может залететь. У меня аж немного... О, шикарно, опустошитель. У меня, ребята, в ушах что-то зазвенело прям жестко. 700 рублей, 715, на 2 рубля у нас окупил. Панель управления сколько стоит? А, я-то почему-то подумал, что он стоит рублей прям очень хорошо. Синий ламинат, 600 рублей. Чё, почему он так держит на одном балансе? 1700 рублей, мы с вами немножечко подслились. Давай-ка вот этот кейсик пооткрываем. 2 раза откроем по 10 раз. Если что-то одно выдаст, нормально. 2, это косарь, шикарно. Вот люблю майнинг кейсы на сайте MyCSGO, на самом деле, потому что они могут очень хорошо нас окупать. Вы это все прекрасно знаете. 2400 на балансе. И калашек, мое почтение. Калашек, конечно же, я ставлю, чтобы быть в окупе. Напоминаю, на секундочку, я открыл кейсик за 123 рубля, он мне выдал 2 косаря. Это вообще великолепно. Но вывод уже есть, это уже хорошо. Хотелось бы, конечно, какой-нибудь необычный кейс, например, спринг. 5 раз его откроем. Вот, кстати, самый первый мой ножик, который у меня был вообще в моей жизни, это убийство фальшон. Он стоил тогда что-то 1008, по-моему, или 10, я не помню. Ну, видите, ценовая категория жестко меняется. Он нас сливает на 500 рублей сейчас. Давай еще раз его откроем. Опять он нас сливает. Да, опять он нас слил. Давай еще раз откроем. Ну что-нибудь одно хотя бы дорогое, да? Ну ты же не можешь просто тупо брать и так сливать. Один и тот же кейс сливает столько раз подряд. Это что? Как понимать-то? 312 рублей. Ну я предлагаю ничего не придумывать, так сказать. Не придумывать какие-то качельки. Поехали 2 раза. Блин, не хватает 9 рублей. Ладно, поехали. Сейчас так откроем. Продадим и откроем еще раз этот кейсик. USP убийство подтверждено. Если он сейчас высыпет, а он мне его не высыпал, к сожалению. Я
знаю эти батерские прокруты, не надо меня учить, так сказать. 69 копеек не хватает, алло. Сейчас я подфармлю 69 копеек, быстренько вернусь. Короче, крутился, и в итоге, ладно, нафармил плюс 13 рублей, но чуть полностью не слился. Хочется, конечно, еще раз открыть. Давай, все, я тебя услышал. Ну, ребята, ничего страшного, с 400 рублей я ввожу сейчас 2600 рублей в виде вот этого акусика неонового гонщика. Это все, ребята, благодаря промокоду, который называется STR777, который дал мне баланс пополнения моего же баланса плюс 40%. Также и вы можете использовать этот промокод, который висит у меня над моей головой и в описании под этим видео вместе с ссылочками на оба сайта. По поводу конкурса, ребята, да, устраиваю конкурс на 100 рублей среди тех, кто подпишется на канал, поставит лайк и напишет в комментариях номер своей карточки или номер Kiwi кошелька. Обязательно это делайте. Подписывайтесь на канал. И также, ребята, также сейчас на экране вы видите 4 ролика. Это ролики окупного формата. Это те ролики, которые меня окупали. Это самые лучшие мои ролики. Обязательно кликайте на один из них и продолжайте просмотр моего контента. А я с вами не прощаюсь.